Село Оксино отметило большой юбилей – 130 лет. Учебное заведение зародилось как приходской класс, обучение которого лежало на священнике. Со временем статус будущей школы повышался и принимал все большее значение в жизни села. Сегодня образовательное учреждение воспитывает и обучает детей, которые находят свое призвание в разных профессиях и уголках России. Большой праздник, посвященный 130-летию школы, ученики открывают торжественным маршем. Еще бы, круглая дата случается не каждый год. А когда у школы богатая история, гордиться ей хочется вдвойне. Сцену школьного спектакля рассказывают, что в Припечерском селе бывал сам Михаил Ломоносов. Знаменитый узник протопоп Аввакум написал здесь житие – великий памятник древнерусской литературы. Жители села уверены, жажда к знаниям есть в крови каждого ученика Оксинской школы. С этим учреждением связаны яркие страницы жизни Печорского края и Ненецкого автономного округа, которые живут в сердцах и памяти ваших многочисленных выпускников. Многие из них сегодня составляют кадровую интеллектуальную элиту нашего региона, подчеркивают своими жизненными успехами ту значительную и неоценимую социально-педагогическую роль школы села Оксино в истории нашего края. Большая постановка охватила всю историю Оксинской школы. Она началась в 80-х годах 19 века. Священник сельской управы взял на себя обучение нескольких детей. Их школьными предметами были церковное писание и песнопение. К 1903 году школа получает статус одноклассной церковно-приходской с трехлетним сроком обучения, а через 5 лет преобразуется в начальную. Впоследствии в школе Оксино получают образование дети из Голубковки, Каменки, Хангурея, Пылимца, Смекаловки, Бедового и Сопки. Ученики каждого поселения привносили свои традиции в школу. Хотим пожелать прекрасному учебному заведению, чтобы с течением времени сохранились вековые традиции добра, взаимопонимания, творчества, которыми так отличается ваша школа. Пусть не уменьшается в этот год число первоклашек, а выпускники, получив профессию, возвращаются в родное село. За последние 20 лет более 100 выпускников школы получили высшее образование. Часть из них вернулись в родной округ, где работают врачами, экономистами, юристами, политическими и общественными деятелями. Другие нашли свое призвание в Архангельске, Северодвинске, Москве, Санкт-Петербурге и других городах страны. По словам директора школы Ольги Булдаковой, коллектив старается следовать стандартам качественного образования, но сегодня это не всегда получается. Хотелось бы вот лично для меня, для себя, для Оксина, хотелось бы новую школу. Потому что мы старенькая школа, мы ее любим, мы ее холим, но уже утрачивает вот это, нам нужно современные условия. В юбилейный год Ольга Георгиевна желает родной школе только нового здания. Нынешнее было построено в 1956 году. С капитальными ремонтами и бережным уходом оно служит школе почти 60 лет. Знаю, что в сельских населенных пунктах проблем в школе больше, чем в городской школе. И условия совсем, возможно, не совсем такие, тем более в вашей школе, которая уже 130 лет, и выглядит она еще неплохо, но пора бы уже и новое построить. И я, как ваш депутат, буду к этому идти. В день рождения школа получила много полезных и необходимых подарков. Так нефтяная компания «Башнефть-Полюс» презентовала образовательному учреждению почти 800 тысяч рублей. На них был сделан косметический ремонт, закуплены компьютеры и мебель. Будет с чем идти в новую школу. Валентина Чибичик, Александр Дуркин, телеканал «Север».